В Беларуси выздоровели уже находятся дома свыше 58 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрировано 66 213 человек с положительным тестом на коронавирус. Врачи провели почти 1 200 000 анализов. Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан. На борт загрузили около 30 тысяч упаковок медикаментов. В основном антибиотики производства Белмедпрепарата. Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Баронов 17 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Белорусская сторона выразила готовность предоставить Кыргызстану перечень лекарственных средств, используемых при лечении пациентов, и методические рекомендации. Хочу поздравить вас с успешным, скажем, победоносным, скажем, такой работой над коронавирусом. На сегодня мы наблюдаем, что Беларусь уже успешно борется и уже побеждает коронавирус. Тем временем массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине следующего года. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там рассказали, что сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Ранее ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19. Речь идет про водителей скорой помощи и членов бригад экстренной медпомощи. Одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие гипертонией, диабетом и деменцией.